какая-то была. Он пьяный, надо снять трубочку. А кто пьяный? Мужчина, видите? Конечно. С Маздой? Да, да, конечно, он за рулем. Который вот. Как бы произошло все то, что можно наблюдать сейчас. Подошли и просто слышали такой разговор, который, ну, как бы людей очень вел в ступор. Общались два молодых человека, и один другому сообщал о том, что все-таки хотели скрыть правонарушение, и говорили, что якобы был третий человек, который просто скрылся, и он прятал документы, перебирая в руках, нервничая. Ну и как бы вот сейчас приехала милиция, и они сообщают вот информацию о том, что был какой-то третий энный человек, который сидел за рулем, ну да, и он скрылся.